Две минуты назад стало известно, что скончался режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин. На 76-м году жизни скончался режиссер первых серий многосерийного фильма «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин. Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Ленфильм». Накануне, в возрасте 75 лет, скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин, режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с «Ленфильмом», говорится в сообщении. Виктор Бутурлин родился в 1946 году в Москве. После школы он поступил на режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Он также учился в мастерской Никиты Михалкова на высших курсах сценаристов и режиссеров. Одной из самых известных работ Бутурлина стал многосерийный детектив «Улицы разбитых фонарей» или «Менты», в котором рассказывалось о буднях российской милиции. Сериал шел с 1998 года на телеканале ТНТ, его также транслировали РТР, НТВ и Первый канал. В частности, Бутурлин является автором сценария и режиссером серии «Попутчики». В первом сезоне сериала в ней звучит ставшая популярной в интернете фраза «Андрюха, у нас труп, возможен криминал по коням».